Всем привет, меня зовут Коля Ерохин. И сегодня мы приехали в Снежком, чтобы протестировать ботинки 32, модель TM2 2020 года. Что можно сказать? Визуально ботинки не сильно отличаются от модели 2019 года. Тот же эргономичный дизайн, плоская подошва, скейт-стиль. Данная модель отлично подходит для любых условий катания, будь то стрит, парк или паудер. Ботинки прекрасно держат ногу, что дает хороший контроль доски. Они очень легкие. Я считаю, что это на сегодняшний день одни из лучших ботинок в своем ценовом сегменте, если не лучшие. Отдельное внимание стоит уделить подошве. Сделана она по технологии STI Energy. По прошлому году могу сказать, что данная подошва отлично смягчает удары при жестких приземлениях. Задняя часть ботинка сделана из износостойкого материала, что сохранит его жесткость на долгое время. А теперь давайте посмотрим повнимательней на внутренний ботинок. Как видим, внутренний ботинок имеет липучку для лучшей фиксации ботинка к голени. Система шнуровки внутреннего ботинка располагается на внешнем ботинке, что дает отличное соединение внутренника с внешним ботинком. По своему опыту, опять же, могу сказать, что у других брендов, когда система шнуровки располагается на внутреннем ботинке, бывает такое, что внутренник начинает ходить пяткой по внешнему ботинку, что, соответственно, не очень удобно, мягко говоря. Здесь такой проблемы нет, нога держится надежно. Ботинок ощущается как что-то цельное, поддающееся отличному контролю. Также есть вставки для лучшей фиксации пятки, что также дает лучший контроль доски во время катания. И сейчас я их протестирую. Итак, я протестировал ботинки TM2 от 32. Ботинки, как всегда, удивили своей правильной жесткостью, тем, как удобно нога в них сидит, отличным контролем доски. Лично мне отлично подходит их колодка, то есть, ну, я бы не стал делать термоформовку этих ботинок, потому что они так сели, в принципе, идеально. Я их надел, пришел в парк и сразу же начал прикатывать свои стандартные трюки. У меня была данная модель еще, наверное, лет 15 назад, TM2. И я помню, что тогда они считались одними из самых удобных ботинок. Но сейчас, конечно, это совершенно другой уровень, потому что то, как они держат ногу, это, конечно, не идет ни в какое сравнение вообще с другими брендами, другими ботинками. У меня как бы достаточно большой опыт в этом плане. В разных ботинках я покатался, достаточно дорогих, топовых. Это определенно лучшие ботинки, в которых я катался. По сравнению с той же моделью прошлого года, эти ботинки мне показались полегче. Плюс вот у них появилась здесь такая более жесткая вставочка, которая, мне кажется, в долгосрочной перспективе сделает ботинки более износостойкими. Потому что в том году вот у них как раз первое место, где они размягчались, это была область голеностопа. Подписывайтесь на канал, с вами был Коля Ерохин. Выбирайте для своего катания лучший став.